Вы знаете, кто такой Владимир Ильич Ленин? Конечно. А, ну, кто он? Вождь мирового пролетариата. Вождь революции вообще. Политик будет. Политик там какой-то, да, великий. Писатель. Я не знаю. О, ну Ленина уж я знаю, это наш вождь. Вождь российского государства. Спросите, где кто в школу ходит, я не знаю. Да. А мы пионерами время... были, комсомольцами мы-то были. Знали, да. Ну, вождем народа был. Путин кто у нас? Президент. Ну вот, а по те времена президентов не были. Был генеральный кто? Секретарь? Или как? Дедушка был Ленин. Он руководил страною. Вот. А сейчас Ленина нету. Он сейчас погребен, ну, к нему можно прийти посмотреть на него в Москве.